образ земного шара, он для меня очень близок. Я его очень внутренне чувствую. Я понимаю, как этот мир функционирует. Когда испытаешь все на этой планете, конечно, хочется отправиться на другую. Мне подарили билет на Марс, я поеду. И с Илоном я уверена, что мы непременно встретимся. Я, наверное, вечный путешественник. Мне нравится открывать новые страны, языки, новые культуры. И это моя страсть. Я мечтала стать дипломатом. Я как раз и соединяю культуры, народы через язык искусства. Я могу людей, у которых тоже есть достаточно внутреннего запала, направить туда, где они свою мечту могут реализовать. Анна, привет, дорогая. Я тебя очень рада сегодня видеть. Привет, Мария. Тоже рада видеть. Ты осваиваешь пространство земного шара, осваиваешь его через искусство, осваиваешь его через науку. Осваиваешь его через языки, которые ты каждый раз учишь. Давай я тебя представлю, Анна Швец, а дальше ты продолжишь мою мысль и скажешь, с кем ты себя сегодня чувствуешь, как человек в целом. Когда я представляюсь, прежде всего я говорю, что я арт-менеджер. То есть я начинаю, наверное, со своего профессионального такого статуса. Потом я говорю о том, что я продюсер, потому что мне кажется, что быть продюсером — это такая вот позиция. Мне кажется, что продюсеры — они все люди-драйверы. Это люди, которые из какой-то идеи, из мысленного какого-то импульса делают то, что потом становится реальностью, становится событием, книгой, проектом, фильмом. То есть продюсеру только дай какую-нибудь идею, он готов ее сделать реальностью. Я открыла в себе такого коуча. Это исключительно, так скажем, мое внутреннее какое-то ощущение того, что мне есть что дать, мне есть как направить. Я понимаю, как этот мир функционирует. Я могу людей, у которых тоже есть достаточно внутреннего запала, направить туда, где они свою мечту могут реализовать. То, с чем я работаю, это искусство. Поскольку я не хочу быть дилетантом, а вот в сфере искусства, его структурирования, организации, продвижения, я действительно себя чувствую очень уверенно и стараюсь этим делиться. Ну и я такой вечный номад, вечный путешественник, потому что мне все мало, и действительно, как ты сказала, мне нравится открывать новые страны, новые языки, новые культуры, и это моя страсть. У тебя точно есть миссия и точно есть талант. И для меня, конечно, ты человек, который заходит туда, куда не ступала нога такого обычного человека. Ты живешь сегодня на две страны, и сегодня основным местом, наверное, где ты творишь, все-таки является Латинская Америка, Эквадор, потому что ты встретила человека, который тоже живет в том поле, в котором живешь ты. Первое мое образование лингвистическое, что, в общем-то, так скажем, и поддерживает мои поиски языковые, расширение языковых горизонтов. И я абсолютно уверена, что базовое гуманитарное образование, оно современному человеку крайне необходимо, когда мы живем в эпоху, когда эмоциональный интеллект, вот эта вот гуманитарная база, они дают много возможностей для развития и нанизывания дополнительных образований. Второе мое образование — это, собственно, арт-менеджмент, который я получала в Италии в течение 2 лет и в Великобритании. То есть могу сказать, что для той работы, которой я сейчас занимаюсь, мне даже иногда сложно назвать это работой на самом деле, потому что все, что я делаю, я от этого дико кайфую. И это совершенно прекрасно, поэтому, наверное, это действительно какая-то миссия. Еще с подросткового возраста я мечтала стать дипломатом. Для меня важнее всего в том, что я делаю в жизни, действительно соединять культуры, соединять народы, показывать, что мы не разные, что мы одинаковые, базовые какие-то вещи. У нас совершенно одинаковые понятия дома, понятия красоты, понятия жизни, понятия любви. И через то, чем я занимаюсь сейчас, я как раз и соединяю культуры, народы, я соединяю их через язык искусства, который понятен из грамоты и знания там, китайского, японского и так далее. Но знание языка, конечно, оно тоже добавляет. Ну, то есть ты строишь мосты очень технологичные, они все-таки связывают континенты, эти культурные мосты. И ровно поэтому ты для меня, конечно, безусловно, человек мира. Да, спасибо большое. И, собственно, те проекты, которыми я занимаюсь, они как раз и направлены на то, чтобы раскрывать культуру разных стран, другим странам и показывать, что война, санкции и все вот это вот плохое, негативное — это вообще не выход. Вместе мы сильнее. И тут же очень органично к этому ко всему приходит идея экологии,
потому что это тоже часть нашей жизни. И вообще вот такой, так скажем, образ земного шара, он для меня очень близок. Я его очень как-то внутренне чувствую. И я очень люблю вот это вот ощущение, когда ты приезжаешь в новое место или когда ты знакомишься с человеком с другой стороны. Это феноменально. Насколько ты учишься смотреть на него, насколько ты учишься слышать его, его интонации в голосе, слышать, что для него важно, как он рассказывает про искусство, которым он занимается, как он рассказывает про научные какие-то изыскания, которыми он занимается. И, безусловно, в связи с внутренней миссией и моим внутренним каким-то поиском, вот, как эти мосты строить, я и пришла к тем проектам, которые позволили мою миссию реализовывать. Я долгое время занималась культурными проектами в сотрудничестве с торговыми представительствами, культурными отделами разных посольств. Это и Испания, Италия, Швеция, Финляндия, Турция. В какой-то момент я приняла для себя решение, что я очень хочу уехать учиться в другую страну. И мне это было важно, когда ты что-то делаешь, и делаешь это уже очень классно, все говорят, что ты делаешь это классно, тебе кажется, ну, не может такого быть. Мне нужно себя сравнить с кем-то прям круче. Вот, собственно, я вот решила сделать такой бенчмаркинг и уехать в другую страну и поучиться тому, а как это делают в мире, а как это делают в Мексике, а как это делают в Штатах, а как делают выставки в Италии, а что такое фандрайзинг и поиск спонсоров в, не знаю, в Мексике. И я сама себя из такой вот устроенной московской жизни вытащила и отправила туда, где я снова стала студентом. И это было феноменально важно, интересно и позволило действительно увидеть те грани, которые в благополучной московской жизни мне, может быть, были уже как-то недоступны. Скажи, пожалуйста, какие выводы сделала, обучаясь и исследуя? Потому что, конечно, у тебя такой мозг исследователя, интерес исследователя. Я поняла, что на тот момент, когда я проходила обучение, это было 10 лет назад, что на самом деле вот та отрасль, которой я занимаюсь, она во всем мире как раз вот такой вот стадии становления, выстраивания структур, все больше и больше интерес к современному искусству, еще такое было прощупывание классическое искусство и классические выставки. Я понимала, что вот у них такие есть уже традиции, которые заложены годами, и есть страны, которые действительно авторитетны в этой отрасли. А есть современное искусство, которое ищет себя, как такой подросток, который пробует здесь, пробует там, пробует это, пробует то. И я поняла, что на самом деле важно то, как ты в своем сознании структурируешь и как ты устраиваешь. Ну, то есть, если ты достаточно драйвер... Однозначно. Да, если ты в достаточной мере готов критиковать свою позицию и не сидеть спокойно на месте, а стремиться дальше, 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 то из какой бы ты страны ни был, у тебя будет успех. Просто я отправилась еще туда в тот момент, когда Россия для многих была таким вот немножко глухим местом, знали, что есть там олигархи, знали, что есть нефть, знали, что вот все так вот, в общем-то, и культурное наследие это есть, но как к нему подступиться, никто не знал. И в том числе в ходе моей учебы была такая вот миссия показать, что есть те, которым действительно интересно выстраивать диалог, цивилизованный диалог. И вот это было мое открытие, моя миссия, то, с чем я продолжаю жить. Кто твоя аудитория, для которой ты создаешь свои проекты? Первое — это молодые люди, которые только начинают свой путь. Я имею в виду студенты или те, кто еще заканчивает там последние классы школы, кто думает, а вот я мечтаю так смело, а возможно это или невозможно? А я из какого-то регионального города, а возможно это или невозможно, чтобы я сделал что-то глобальное? А вот я занимаюсь наукой или я занимаюсь искусством. А могу ли я тем, что я делаю, изменить как-то или как-то чуть-чуть откорректировать этот мир? Часто после выставок и после проектов, которые мы проводим, ко мне подходят парни, девушки, которые говорят: «Спасибо вам большое, мы не знали, что так можно. Мы не знали, что можем соединиться с такими же людьми, как мы, которые живут за тысячи-тысячи километров». И ученые,
по-другому начинают смотреть на искусство. Они понимают, что это не просто какое-то баловство, они начинают видеть в этом действительно тоже такой вот исследовательский подход. Художники, в свою очередь, начинают понимать, что и ученые не такие, в общем, зануды, и как-то у них не просто там, они не сидят в лаборатории за своими там микроскопами, и у них шоры на глазах, а действительно они готовы смотреть шире. Потому что вот в проектах я встречаю часто, когда ученые и художники, работая вместе, они раскрывают вообще, собственно, куда мы можем посмотреть и для одной стороны, и для другой. Uh-huh. То, что не увидел бы ученый, увидит художник, скажет: смотри, это может быть интересно, тебе нужно это с твоей точки зрения науки разобрать, как-то туда нырнуть глубже и изучить. В то же время, как ученый может сказать: смотри, вулканический камень, да? А что у него, какие-то могут быть загадки, и как они между собой могут и с точки зрения химии, физики, и с точки зрения визуальной истории и значения, там, условно говоря, вулканов для культуры людей, которые живут вокруг вулканов, как это отображается. Следующая группа тех людей, которые приходят, это люди, которые пытаются расширить свое сознание. У них уже есть хорошая база, они тоже много путешествуют, они много посещают выставок, они много видят искусство, встречаются с людьми, и они чувствуют, что они хотят знать больше, они хотят увидеть больше, они хотят заглянуть в такие уголки, которые они никогда бы не встретили в своей жизни. И вот это тоже такая часть нашей аудитории. Третья, очень большая и, наверное, максимально сложная группа — это люди искусства. Есть какой-то такой скепсис для тех, кто искусство представляет исключительно в виде картины маслом в музее с четырьмя белыми стенами. Mm-hmm. И здесь эта игра самая интересная, потому что ты начинаешь погружать в историю того, что искусство, оно может быть разным, оно может быть представлено по-разному, оно может иметь разные формы, оно может быть неудобным, оно может быть бередящим, даже больным каким-то. Оно может быть совершенно обширным, оно может быть в Антарктике, оно может быть там на минус 30 метров под водой, как наши экспедиции, которые мы делаем. А можно я тебе задам прямо такой прикладной вопрос? Что Давай. Должен знать художник про арт-менеджмент? И что должен знать арт-менеджер про те процессы, в которые, естественно, входит работа художника, для того, чтобы этим менеджментом заниматься? Я начну, наверное, с самой важной вещи, которая в этом дуализме должна присутствовать. Это уважение. Это первое и самое важное. Это партнерская история совершенно. Мы исходим из того, что я как продюсер, как арт-менеджер всегда с уважением отношусь к художнику. То есть это для меня не вот стадо художников, которых там миллиард на планете Земля, если не этот, то другой. Да? А я к нему подхожу совершенно деликатно, со всем уважением к его огромному внутреннему миру. Обидеть художника, как мы знаем, может каждый. Uh-huh. В то же самое время обратная история. Uh-huh. Художник уважает человека, который помогает его искусству состояться. Я в ходе своих курсов, которые я веду в Академии Плеханова и в других образовательных своих историях, я пытаюсь рассказать о том, что это взаимная история, взаимный такой обмен энергией и функциями. Если вы хотите выйти на мировую арену, если вы хотите, чтобы ваше искусство видели, воспринимали, о нем читали и так далее, вы должны понимать, что очень много времени нужно будет уделять такой вот активности по выходу в мир. То есть мы не сидим в студии, мы активно работаем, активно шлем заявки в разные арт-резиденции, гранты, конкурсы. Ну, то есть я могу сказать, что вот в том дуэте, в котором я работаю со своим мужем, который является художником и также преподавателем искусства, наука и технологии, его вот сфера, мы совершенно четко видим свой график. Условно говоря, есть время на создание искусства, а есть время на то, чтобы это искусство оказалось и ушло куда-то вовне. Какая конечная цель у арт-менеджера? Если художник говорит, что я живу, творю, и меня совершенно устраивает, что у меня есть там 4-5 выставок в год, я издаю книжки, и все классно, значит, мы ориентируемся на эту цель. Если художник говорит,
я хочу мирового господства, я хочу на Венецианскую биеннале, я хочу, чтобы я был в списке 100 самых известных персон от искусства мировом. Это другая цель. Тогда мы намечаем другую стратегию, с которой мы будем как-то работать и делить ее по шагам во времени. Да? Все возможно. Скажи, а в России больше каких запросов от художников? Российские художники, особенно молодое поколение, очень хотят выйти во внешний мир. Угу. Есть что сказать. У них есть уже достаточно серьезно проработанный контент. Единственное, чего им не хватает, это действительно каких-то инструментов, с помощью которых они готовы выходить во внешний мир. У многих нет языка, у многих нет нормального сайта, у многих нет социальных сетей, где можно было бы познакомиться, да, с бэкграундом художника. Менеджер выстраивает эту работу, позволяет художнику, не обрубая ему крылья, выстроить график таким образом, что он понимает, что, условно говоря, мы участвуем в разных возможностях, мы себя представляем онлайне, офлайне, и, собственно, продумываем ту концепцию, которая позволяет художнику быть более представленным. Вообще, арт-менеджер — это очень широкое понятие. Директор музея, госпожа Лошак, это тоже арт-менеджер. Я тоже арт-менеджер, хотя у меня есть еще там образовательные функции, продюсерские и так далее. Тот специалист, который обладает твоей экспертизой, он же может управлять всеми направлениями, то есть он может выступать как некий директор, ну да, если вот на такой человеческий язык переводить, да, потому что, например, директор Пушкинского музея, который тоже является арт-менеджером, он не будет заниматься продвижением художника, ну как бы 360. А ты можешь выстраивать отношения и художника с музеями, с другими арт-менеджерами, да, то есть ты можешь быть таким все-таки импресарио арт-менеджером, да, который выстраивает с другими членами сообщества и арт-менеджерами отношения. Совершенно верно, очень ты правильно все разложила, да, да. Когда человек дозрел до того, что он готов уже выходить в публичное поле, он должен просто позвонить специалисту такого уровня, как ты, и сказать, какие у тебя есть возможности, что ты можешь. Но я правильно понимаю, что все-таки конечной задачей арт-менеджера является вывести художника в публичное пространство, это первое, и, в общем-то, монетизировать его работу. Их глобально две задачи. Да, совершенно верно. Одна задача более важна, другим другая задача более важна. Но если случаются успехи в двух параллельных, это совершенно прекрасно. Да, ну, скажем так еще, что художники, которые ко мне обращаются, скорее всего, я им даю такую стратегическую какую-то историю, и дальше я передаю своим уже коллегам. У меня есть экспертиза по международному пиару, больше 500 контактов международной арт-прессы. Мне интересно все, что связано с международным аспектом. Все интересно, что позволяет, так скажем, нашим российским художникам вынырнуть наружу, другим художникам из других стран показать, презентовать себя и здесь. Вернуть в Россию. Да, 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 совершенно верно. Ты расскажи мне про какой-нибудь такой челлендж свой, который повлиял на, может быть, твое восприятие мира, который, может быть, открыл для тебя какие-то аспекты, которых ты раньше не видела. Да, можно сказать, что эта вся история, на самом деле, у меня достаточно широкая по географии. Были проекты, которые я делала в пустынях, в Арабских Эмиратах, и это был совершенно сногсшибательный экспириенс, когда температура колеблется на 40 градусов днем и ночью, у тебя скорпионы и прочие все, в общем, особенности производства проекта в пустыне. Затем была Антарктическая биеннале, да, если мы говорим про какие-то экстремальные места. Это была биеннале современного искусства, но среди 80 с лишним человек, которые были у нас на борту, 20 были художниками из разных стран, работающими в разных направлениях. Это была и проекция, и архитектура, и инсталляция, и перформанс. То есть у нас были разные художники. А потом вместе с нами на борту были ученые, вместе с нами на борту были философы, музыканты, писатели, журналисты, исследователи мира цифровых технологий. Ну, то есть это была такой вот Ноев ковчег, который отправился к чистым берегам Антарктики.
такой вот микс людей с разными бэкграундами, с разными взглядами на мир, с разными историями, которые они могли рассказать. И после этого проекта родились и новые проекты, после этого проекта родились и новые семьи. Как моя семья, например, я встретилась со своим мужем именно в Антарктике, именно с вот нашего взаимодействия профессионального началась наша история, уже более персональная. Тут можно сказать, что антарктическая биеннале изменила твою жизнь, потому что ты встретила человека, созвученного себе, и поменяла место жительства, поменяла страну, и такая у тебя началась экспансия, наверное, да, культурная экспансия, арт-экспансия в Латинскую Америку. Мы между собой, те люди, которые оказались на том корабле, шутили, что это life-changing experience, но так и вышло по факту. После этого путешествия родилось несколько семей, не только моя, и это было интересно. И родились новые проекты, потому что ученые, художники, исследователи, они, узнав друг друга, начали общение, начали взаимодействие, и эти проекты продолжаются и по сей день, несмотря на то, что проект закончился 3 года назад. Uh-huh. То, что касается нашей дальнейшей работы, в том числе с Полом, и вот то, что касается каких-то странных, не вполне очевидных мест, не вполне очевидных умений для арт-менеджера, это был наш проект, который назывался Dark Paradise, такой темный рай, когда для этого проекта мы должны были пройти и получить полностью профессиональную сертификацию по дайвингу, потому что мы отправились к подводным вулканам Галапагосских островов, вулкан, который назывался Рока-Ротонда. Это был вулкан 6000 метров, и верхушка только 50 метров, и мы заныривали к его, так скажем, ну, не основанию, но к тем местам, где вулканическая деятельность ведется. И нам было интересно это с точки зрения того, что Галапагосские острова — это не только место с наибольшим количеством эндемиков, то есть животных и растений, которые исключительно там обитают, но и место, где сама природа рождает наибольшее количество цветов. Оранжевый, синий, фиолетовый, зеленый во всех своих гранях. И это было совершенно феноменально, мы очень много снимали, несмотря на то, что течения менялись каждые 15 минут, это было очень-очень-очень сложно физически. Я была единственная девушка в этой команде, нас вообще было немного, у нас было 4 человека со стороны искусства и 4 человека со стороны науки. С той стороны были ребята, которые занимаются кораллами, морской биологией и вот прочими такими морскими делами. Мы были со стороны искусства. И действительно, мы много снимали, фотографировали, мы делали то, что называется фотограмметри. Это 360 съемка кораллов. И затем этот проект был показан, собственно, в Москве, в галерее Джейкоба Якубова, которого мы с тобой прекрасно знаем. Да. Да, и все прошло совершенно прекрасно. И мы этот проект показывали еще в других галереях по миру. И сейчас мы работаем над тем, чтобы этот проект перевести в цифровую выставку и показать ее тем, кто в силу разных причин не попал на физическую выставку или не попал вместе с нами под водным вулканом. Скажи, пожалуйста, поэтому какая задача была у проекта? Задача у проекта была исследовать место, где рождается жизнь. Вообще наша жизнь на планете родилась из вулкана, когда вот эта вот теплота и изменение химического состава воды привело к тому, что то, что его окружало, начало адаптироваться. Нам было важно посмотреть, как адаптируются живые, собственно, организмы к изменениям, которые происходят в самой природе. Мы с вами слышали про всемирное глобальное потепление, мы слышали про то, что кораллы вымирают, и нам было очень важно посмотреть, собственно, на месте, где кораллы во всей красе на протяжении долгих столетий, тысячелетий произрастали, что сейчас с ними происходит. Такой красоты на планете Земля я не видела никогда. Это к твоему вопросу о том, какой проект поменял мое внутреннее ощущение. Это был полнейший космос. Это космос, которому ты ныряешь, ему доверяешься, и ты оказываешься в пространстве, которое красками, формами, структурами тебя удивляет настолько, что эндорфин, он просто, не знаю, наполняет все твое тело. И по пределу, я думаю, еще. Абсолютно. Это совершенно состояние эйфории, когда ты думаешь, что если я умру конкретно в этот момент,
я умру очень счастливым человеком. Без сожаления, я поняла. Совершенно. Но и в том числе это был проект, который, когда я рассказываю своим друзьям, что это был проект, когда я впервые была готова написать завещание и как бы ни о чем бы не пожалела, это было как раз это, потому что в этом проекте я отвечала за поиск локаций как раз тех мест, где мы снимаем под водой. Uh-huh. И был момент, когда я нашла прекрасную совершенно локацию для съемки, где были фактуры синие, зеленые, переходившие к фиолетовые, тут ярко-оранжевые кораллы. И по картинке это было гениально до тех пор, пока я не посмотрела дальше и не увидела, что там плывет акула, которая как три КамАЗа длиной. И это был тоже момент, когда сердце мое упало, и я подумала, что все. Сейчас как раз и произойдет окончание этого путешествия под названием «Близнецы Швец». Но меня вовремя оттащили мои ребята, мои коллеги, и мы, в общем, справились с ситуацией. Скажи, пожалуйста, а сколько у тебя было погружений? О, у меня было очень много погружений. Я достаточно такой experience-дайвер. То есть я не боюсь. То есть можно сказать, что ты арт-менеджер с глубочайшим многократным погружением, можно так сказать, да? Да, можно и так. Сторона твоей натуры. То есть если, в принципе, художники будут связывать свое искусство с тем, что находится ниже ватерлинии, да, это тоже к тебе. Совершенно точно, да. И то, что мы изучаем вулканы, затем мы отправились в продолжение этого путешествия на Этну, на Стромболи, это действующие вулканы, которые тоже достаточно серьезно бередят нервную систему, поскольку когда идет извержение или когда у тебя земля дрожит под ногами, то здесь тоже такой своеобразный вызов. Возможно, это как уже наркотик действует, что когда у тебя что-то только вот бередит, тебе кажется, что это классно и интересно, но вот у меня такая, если можно так сказать, фишка. Мне это очень нравится. Сколько всего стран ты проехала и сколько всего проектов в твоем портфеле? Ой, это очень сложно сказать. Я могу сказать, что практически всю землю я проехала огромное количество стран. Пока у меня не освоены, остались только Япония и Австралия. В основном все остальное, оно уже исследовано, потому что я такой вот прям активный путешественник. Вот. А то, что касается проектов, их огромное количество, их тысячи. Ну, то есть я могу сказать, что до 33 лет я работала 28 часов в сутки, очень много. Я дикий трудоголик, и только сейчас я учусь как-то вот немножко take it easy и браться действительно за проекты, которым у меня лежит душа, а не те, которые исключительно ради того, чтобы все охватить и заработать деньги. Сейчас я уже могу себе позволить в таком более избирательном плане подходить к проектам. У тебя интернациональный брак. Ты человек мира. Твоя ментальность позволила тебе очень быстро интегрироваться в другую культуру? Или были какие-то сложности? Или ты, например, поняла, что неважно, где жить, важно, что ты за структура, да, и если у тебя структура такая глобальная, да, то, в общем, ты можешь интегрироваться абсолютно в любой процесс. При этом же твой супруг, он человек высокоинтеллектуальный, он занимается очень серьезными исследованиями. Насколько легко ты входила вот с ним как бы в жизнь в другой стране? Латинская Америка все-таки ментально очень отличается. И ментально, и климатически. Вот. И, конечно, там больше солнца, больше жизни, чем в средней полосе. Мой сюжет, наверное, начался сначала с Италии, в которой я провела порядка 2 лет. И тогда, когда я туда отправилась, я еще не говорила на итальянском. Сейчас говоришь, да? Да, сейчас я говорю. И тогда это было проблематично, потому что все мы люди, и мы как бы достаточно с точки зрения какой-то самозащиты всегда немножко подозреваем какой-то подвох. И вот там мне было такое вхождение, что нужно довериться, в общем, миру, который тебя окружает, и все будет отлично. Я могу сказать, что мои вот эти вот 2 года в Италии, это было одно из самых счастливейших вообще времен и периодов моей жизни, потому что, как мы знаем,
Венеция прекрасна, Флоренция восхитительна, Рим просто сногсшибателен. И у меня была возможность, у нас каждый новый семестр был в новом потрясающем городе, и это просто счастье в чистом виде, совершенно вот совершенное. И поскольку, я не знаю, как-то так, видимо, моя кармическая карта и там какие-то нюансы расположены так, что я очень быстро вхожу в какую-то вот волну с местными жителями, и, я не знаю, через улыбку, через общение, через какое-то доброе отношение у меня очень быстро выстраиваются контакты с инопланетянами в других странах. Ну, то есть ты, в принципе, легко мимикрируешь под ту среду, она для тебя, в общем-то, неестественная, может быть, кажется, там, первые 30 секунд, а потом ты пропитываешься солнцем, людьми, культурой, да, и, в общем, очень быстро осваиваешься. Ну, я могу сказать, что, допустим, мой опыт приезда в Эквадор и интеграции там, это было... Не могу сказать, что супер просто, но я могу сказать, что очень много у нас общих каких-то черт, которые, может быть, не очевидны для тех, кто там не живет. Они так же, как мы, любят застолья, они так же, как мы, любят семьи, классные разговоры. Может быть, единственное, что отличает то, как мы проводим какие-то наши семейные праздники, то, что у них никогда не обходится ни один семейный праздник без танцев. Даже если ты бабуля и тебе 92 года, все равно ты пойдешь танцевать, ты будешь танцевать с самым классным парнем на этой вечеринке, и он будет кайфовать от того, что это происходит. И вот эта вот такая танцующая культура и вообще вот их национальный слоган «Эквадор ама ла вида» — «любит жизнь». И, ну, собственно, это много рассказывает об этом народе, народе щедром, народе гостеприимном, народе очень каком-то таком ярком, эмоциональном. И так случилось, что это пришлось как-то очень совпало с моим внутренним ощущением этого мира, к которому я стараюсь относиться с таким вот большим доверием. И, в общем, Латинская Америка, да, по которой я очень тоже много путешествовала, она совершенно не разрушила мои какие-то ожидания и стереотипы о том, насколько это может быть такое вот теплое, принимающее какое-то вот сообщество, которому не важно, что ты чужестранка, вот, но которые видят, что ты улыбаешься, ты также с ними танцуешь, ты не комплексуешь, ты как бы даже если что-то не понимаешь на языке какие-то идиоматические выражения пока, тем не менее ты понимаешь юмор и готов включаться в это. Скажите, пожалуйста, из какой вы страны? Ты говоришь, я из России. И они делают круглые глаза и говорят, а что такое возможно? Ну, кто-то удивляется, кто-то меня считал, что я приехала из Бразилии, потому что, не знаю, может быть, что-то общее есть с бразильянками. Вот. Но вообще к России они относятся с большим уважением, большим интересом, и это очень все интересно. То есть, может быть, в какой-то части и я для них какая-то диковинка, но мы достаточно органично друг друга как-то приняли. Я страну, страна меня. Надеюсь, все так и будет продолжаться. А как ты строишь свой внутренний тайм-менеджмент? Я сейчас очень довольна, как я выстроила свое время в течение дня. Да, действительно, разница во времени существует, но вот если сейчас говорить про, так скажем, мой рабочий график, он включает в себя совершенно радостный для меня час пробежки с утра, и до 10 часов меня лучше не кантовать, потому что я в какой-то там медитации и в том, чтобы посвятить время себе. И это всегда так, независимо от того, где ты находишься, да? Я делаю утреннюю зарядку, либо пробежку, вне зависимости от того, где я нахожусь. Я стараюсь максимум физической активности включать, потому что без физической активности наш мозг не будет работать, наша память не будет работать. И я очень хочу, чтобы люди, которые нас услышат, чтобы они тоже для себя это как-то отложили. Какие бы мы ни были трудоголики, без физической активности ничего не получится. И уважение к своему телу, как к своему саду, это очень-очень важно, и если вы о своем саде будете заботиться, собственно, будут и плоды. Есть такое мнение, с ним можно соглашаться или нет, что продуктивной работы в течение дня не больше, чем 4 часа. Все остальное, какие-то мейлы, переписки, там, что-то такое, это достаточно такая вот проходная, фоновая какая-то работа. Если рутина, нужно... рутина такая. Да. А если вы делаете новый проект, если вы занимаетесь каким-то проектом серьезно, да,
там, консультации, которые я провожу. Это действительно там и художники, есть арт-институции, ко мне обращаются, конкурсы международные, которые я веду уже на протяжении многих лет, музеи, которые ко мне обращаются за консультированием и выстраиванием. То есть я понимаю, что 4 часа в день я отработаю на 200%. Угу. Все остальное – это больше такая в потоке, такой серфинг, когда я понимаю, я должна знать это, я должна соединить этих с этим, ну, такое уже так, более лайтовым. Угу. Да, и примерно часам к 4, когда утро приходит на земли Эквадора, мы, собственно, связываемся с мужем, решаем, на какие нам еще отправить гранты, какие-то заявки, что нам сделать, и в целом как-то вот пытаемся так синхронизироваться. Жить в двух разных часовых поясах очень сложно. Что ты планируешь добавить в свою экспертизу? Ну, то есть мы вот уже обнаружили, что там у тебя достаточно много аспектов внутри арт-менеджмента, даже есть аспект погружения вниз, да, и работа с структурами, которые находятся под водой. Вот, что ты думаешь, в ближайшие там 5-10 лет будет действительно востребовано в арт-менеджменте, куда он двинется и за счет чего он расширит, собственно, свою экспертизу? Что еще нового нужно будет художникам от арт-менеджеров? Я вот внутренне ощущаю это таким образом и как бы буду стараться в своих действиях это как-то реализовать. Во-первых, курс, который я делаю, я сейчас перевожу на английский язык и перевожу его на испанский язык, потому что я планирую преподавать не только в России на русском языке, но и, собственно, в Кито, университет Сан-Франциско де Кито, это крупнейший частный вуз Латинской Америки. И я хочу, чтобы знание мое чисто профессиональное, оно не было ограничено только языком, на котором я родилась, на котором я разговариваю с рождения. Я правильно поняла, что ты сегодня владеешь той информацией, которая, в принципе, интересна не только российским студентам, да, но и всем. То есть уровень твоей экспертизы, он абсолютно международный. Абсолютно. Абсолютно, я это говорю не из хвастовства какого-то, а наоборот, как жесткий критик к себе. Я много где училась, я много чего видела, и я собрала то, чего я 10 лет назад просто жаждала. Я цеплялась в своих преподавателей и спрашивала, а как это, а как это, а как вот это, а бумажка, сопровождение, логистика, фандрайзинг, ведение, структурирование, бюджетирование, вот все вот это. Mm-hmm. И я понимаю, что кому-то я могу сэкономить 10-20 лет жизни. Да, это 100%, потому что у тебя в карту пристроено слово «менеджмент». Да, а это как раз и есть обоснование процесса. Хорошо. Так что можно добавить? Что нужно добавить? За счет чего расширить экспертизу? Конкретно в моей ситуации я бы с радостью заговорила бы на китайском, для того, чтобы та часть мира у нас не выпадала. Потому что я считаю, что мы много чего теряем, упуская азиатские страны в коммуникации. А все-таки в переходе на английский много чего теряется. И это мне очень хочется склеить вот эти вот распавшиеся континенты вместе для того, чтобы мы взаимодействовали, то чтобы больше было проектов между странами, путешествующим не только в Европу, что просто, и в Америку, что уже, ну, просто, да, а чтобы вот в Азию это тоже путешествовало, чтобы это путешествовало в Индию, чтобы это путешествовало вне зависимости от языка. Вот я хочу вот эту вот структуру и систему международных проектов вывести на новый уровень. Я планирую сделать такую платформу, и я уже в этом направлении веду работу, когда критики, кураторы, арт-менеджеры, я пытаюсь всех объединить. И вообще моя большая мечта — это такой вот большой форум по культурной дипломатии, где мы все друг друга увидим офлайн или онлайн. Появилось слово «дипломатия» все-таки. Все-таки да, потому что я уверена, что людей, которые своей жизненной миссией выбрали что-то похожее, у нас на Земле есть какое-то количество, и я очень хочу этих людей объединить, чтобы мы помогли тем, кому нужны инструменты, нужны эти мостики, нужны эти структуры для того, чтобы рассказать о чем-то миру.
Скажи, пожалуйста, а какую географическую точку мира ты бы выбрала для своего форума? Мне очень интересно. Это интересный вопрос. Я еще пока об этом не думала. Галапагосские острова – очень хорошее место. А туда можно долететь, доехать, доплыть вообще? Это что за сообщение такое? Да. Это буквально пара часов перелета от Кито, от столицы Эквадора. Есть большое событие, которое называется Сигров. Это событие, которое рассказывает о новейших технологиях. И они каждый год проходят в разных точках. Это событие проходит в разных точках. То в Лос-Анджелесе, то в Австралии, то в Японии. Возможно, какую-то такую тоже путешествующую штуку мы сделаем. Но посмотрим, это пока такие очень амбициозные планы. Какое у тебя настроение дня? В ходе этого нашего карантина у меня была масса таких вот, так скажем, активностей, которые вселили в меня 100%, 200% уверенность в том, что все будет хорошо. Первое – это то, что мой курс, который планировался в полном офлайне, перешел в онлайн и перешел в большую концентрацию интенсив, и я поняла, что… Вау, классно, в онлайне мы можем делать реально каждодневный курс, очень хороший, качественный, интенсивный, с разными людьми, спикерами, и мы можем достигать результат. Это первый вывод, то, что онлайна не нужно бояться. Он многих отсеял, кто не готов был к такому level up. Скажи, а какой процент людей, интересно, вот, который не готов к онлайн-обучению? 40%. 40%? То есть практически половина людей не готовы обучаться таким образом? Нет, не готовы. А что этим людям не хватает? Усидчивости, какого-то личного контакта. Они не верят, может быть, технике, они не верят экрану, они очень тактильные. Но это даже не то, там, не вопрос какой-то, как сказать, проблемы онлайна, но тем не менее мы все разные, да, мы по-разному воспринимаем информацию. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что сознание же вещь такая особая, и когда ты смотришь, конечно, на лэптопе там с небольшой диагональю что-то, и когда ты, например, ставишь экран 2,5 на 2,5, а иногда ты можешь, в принципе, делать проекцию на дом, собственно, маленький проектор, вот такой вот, да, там 10 на 10, он настолько мощный, что он позволяет создавать вот эти вот объемы. И я бы, вот, честно говоря, людям, которые там не верят, боятся, не чувствуют и так далее, посоветовала бы просто увеличивать размер картинки, которую они смотрят, потому что это реально для сознания, которая многое что регулирует в нас, да, создает вот этот вот эффект присутствия. Потому что я считаю, что с психологической точки зрения это прямо решение проблемы для этих людей. Я думаю, что это реально так. Не, все правильно, все правильно. И вот про вторую хотела рассказать историю. Я много лет помогаю конкурсу премии «Арте Лагуна» венецианскому. И случился карантин, и они тоже столкнулись с такой проблемой, что должна была быть в марте выставка, и что же делать, Венецианский арсенал, такая площадка, уже все-все. И я им предложила делать такие вот телемосты на всех тех художников, которые должны были приехать участвовать, чтобы они не чувствовали себя потерянными. А их там 120 человек со всего мира. Много. Со всей планеты, разговаривающие на разных языках, и все запертые дома, кого-то это захлопнуло в маленькой студии, в чужой стране, кто-то, наоборот, в каком-то поле, в каком-то ангаре продолжает творить, кто-то с детьми, собаками, кошками вокруг, кто-то тоже оказался без работы своей преподавательской, кто-то еще что-то. Ну, то есть 120 жизненных ситуаций из разных точек Земли. Это вот все пульсировал наш шарик-глобус, и это было совершенно феноменально. Я сейчас говорю, у меня прям кудри мои шевелятся от того, как круто, что это случилось. Может быть, как бы кто-то скажет, что я совсем сошла с ума, но тем не менее этот карантин сделал нас гораздо ближе. Этот карантин рассказал нам о том, как живет каждый человек. Мы зашли в дом каждому из этих художников. И это настолько сильная вещь. Я очень надеюсь, что из этой самоизоляции мы вынесем вот этот вот урок того, что новые технологии могут быть очень дружественными и давать нам такие возможности, за которыми будущее. И я вот, ты спрашиваешь про настроение дня, я чувствую огромную такую вот какую-то энергию, огромный потенциал и такое вот, знаешь, предвкушение, как вот когда дети перед Новым годом, вот что-то такое сказочное случится. Вот я совершенно в таком состоянии,
В общем, всем этого состояния желаем. Вирусы, к сожалению, в нашу жизнь пришли всерьез и надолго, и нам нужно учиться с этим жить. Но я уверена, что человеческие особи обладают способностью к выживанию феноменальной. Все с нами будет хорошо. Главное, чтобы мы сохранили какую-то внутреннюю целостность, открытость миру и больше доверяли какой-то своей внутренней энергии, таланту, и больше друг друга слушали и делали красивые вещи. Я бы добавила к тому, о чем ты говорила. Ты говоришь очень правильные вещи. Понимаем, что когда мы проживаем жизнь, мы, например, ходим в магазин, и у нас происходит примерка. Мы примеряем одежду, мы примеряем аксессуары, мы очень многие вещи примеряем к себе. Вот мне кажется, что технологии к себе можно примерять ровно так же. Принцип тот же сам. То есть если ты понимаешь, что тебе... но они необходимы, и у тебя, например, есть крутое онлайн-обучение, но ты себя чувствуешь каким-то, лишним элементом здесь. Здесь тоже нужна некая примерка. Человек должен примерить технологию, но таким образом, чтобы она ему подошла, потому что, в принципе, это всем может подойти. Это, собственно, есть подгонка технологии под тебя, потому что нам все равно жить в цифровую эпоху. Слушай, сегодня такое яркое солнце, я решила второй слой себя снять. Вот, и у нас такой жаркий с тобой разговор получился. Расскажи, пожалуйста, планируешь ли ты осваивать космическое пространство, как Илон Маск? Это кусочек очень редкого метеорита. И с космосом мы тоже делаем проекты, пока что на Земле, но я уверена, что туда мы тоже однажды отправимся, потому что, знаешь, на самом деле, когда испытаешь все на этой планете, конечно, хочется отправиться на другую, и мы работаем над этим. У нас вот метеориты, звезды. И обязательно все будет. И с Илоном, я уверена, что мы непременно встретимся. Если бы у тебя была возможность полететь на Марс, ты бы как к этому отнеслась? Я бы полетела. На самом деле у меня есть билет. У меня есть билет. Мне подарили на день рождения билет на Марс, и там действительно зарегистрировано мое имя. И когда начнутся перевозки уже пассажирские, я поеду. Я часто так вот своих друзей как-то пикирую. А если бы у тебя была возможность, вот я тебя сейчас, Мария, спрашиваю, отправиться на космическом аппарате в космос, на Марс, но ты не была бы уверена, вернешься ты или нет, ты бы как поступила? Все зависит от того, что я должна оставить на Земле. Если моя земная программа была бы выполнена уже, то есть я вырастила всех детей, да, я бы совершила все подвиги земные, и я поняла, что, в общем, мне нечего терять, я бы, наверное, приняла бы такой вызов. Но пока, если говорить про сегодняшний день, у меня еще есть, я думаю, некоторые миссии, в частности, рассказать о таких прекрасных людях на своем канале, который я готовлю сейчас к запуску на YouTube. Вот, поэтому я, пожалуй, сейчас еще побуду пока здесь, но я не исключаю, что, в общем, в моей жизни может настать момент, что, наверное, не скоро, потому что все-таки здесь есть что поделать еще. Может быть, я, конечно, какой-то безумец, и я бы полетела, 100% я бы полетела. Слушай, на самом деле может летать не наше физическое тело, а может летать наше сознание, поэтому можно попробовать, если в это верить, а вообще все на вере основано, то можно слетать на Марс. Я тебе советую сначала слетать таким образом, посмотреть, как там дела обстоят, можно ли вообще там с ними как-то взаимодействовать, а потом уже, может быть, погрузить себя в реальность. Хорошо, договорились. Спасибо. Redondo en las Islas Galápagos. Hay con delfines.